Всем привет! Готовим сегодня творожной десерт, для которого нам нужно будет 200 грамм творога, 50 грамм молока, для того, чтобы довести творог до кремообразной массы. Мюсли, которые мы укладываем на дно креманки, как подушку. Ну и для декора у меня ежевика и черный шоколад. Вы можете себе декор выбрать, какой вам больше нравится. Для начала творог и молоко забрасываем в блендер. И готовим нашу творожную массу. Не забываем ванилин. Можно добавить немного сахара или меда. Выливаем сверху на мюсли. Можно разделить на две части, поделиться с ближним. Ну и украшаем шоколадной крошкой. И ягодки по желанию. На ваше усмотрение. Все. Красота готова. Можно оставить в холодильник на часик, а можно есть сразу. И я уверена, это будет очень вкусно. Или вот еще один способ приготовления. Мюсли, шоколад. Разравниваем это все равномерненько. Сюда же наш творожок. Ну и сверху на творог любое фруктовое пюре. Какое вам больше нравится? У меня хурма. Вуаля! И вот такое вот фруктово-творожное чудо. Яркое, солнечное. Вам может отлично послужить как и завтраком, так и ужином. Всем приятного аппетита! Пока-пока!